Ведь в каждом проекте подразумевается софинансирование. В рамках футбольных полей это 50% софинансирования, в рамках реконструкции амбулатории это 10% софинансирования. Это большие средства для... Да, совершенно верно. Не каждый сельский совет захотел в конце этого года, когда они уже сформировали свой бюджет, распределили денежные средства, участвовать в этом проекте. Не то, что не захотел, не был финансово спроможен. Поэтому критерии немножко были другие. И, соответственно, и ограничения по количеству у нас в связи с этим.